22 июня в России отмечают День памяти и скорби. Это одна из трагических дат в истории нашей страны. Ровно 77 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла жизни миллионов человек. В российских городах в этот день зажигают свечи, возлагают цветы, вспоминают о невернувшихся с поля боя. В областном центре орловчане возложили цветы к стеле «Орел – город воинской славы». В целом, наша самая главная задача – помнить и день начала войны, и День Победы. Это две священные даты, которые мы не должны забывать никогда. И я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы и наше сегодняшнее молодое поколение это помнило и знало, что такое война, и понимало, как это было тяжело. Большая трагедия Советского Союза, она коснулась каждой семьи. Мы должны помнить, мы вчера на округе провели такое большое мероприятие тоже, люди плакали, мы должны помнить нашу историю. 5 августа орловчане отметят 75-ю годовщину со дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате приурочен проект телеканала Первой областной и Орловского государственного университета имени Тургенева «Лица улиц». Цикл передач, посвященный памятным местам Орла. Мы рассказываем о происхождении названия улиц, о подвигах людей, чьими именами они названы. Программа выходит по воскресеньям и вторникам в 20 часов. Алексей Семенович Жадов – генерал, герой Советского Союза. Родился в 1901 году в селении Кольское, ныне Свердловского района.